Открытие кабинета юридической помощи, которую будут оказывать жителям, прошло в микрорайоне Чкаловский на улице радиоцентра в доме 16. Здесь располагается офис управляющей компании «Авангард Восток». Сюда смогут обращаться все желающие, причем юридические консультации будут проводиться бесплатно. Это делается по инициативе «Единой России». Уже не первый год проводится такая работа, что дает возможность жителям в шаговой доступности от мест их проживания получать правовую помощь. Консультации предоставляются в рамках партийного проекта «Адвокаты Подмосковья жителям». Активное содействие проекту оказывает руководство администрации муниципалитета и Совета депутатов городского округа. Главную цель, которую мы ставим перед собой, это побороть вот ту самую юридическую неграмотность или тот самый правовой нигилизм, который, к сожалению, как явление присутствует в обществе. С тем, чтобы население могло пользоваться современной законодательной базой, причем меняющимся законодательством, а оно меняется в силу различных обстоятельств жизненных. И считаем, что такая работа даст обязательно успех. Во всяком случае, первые результаты мы уже сегодня видим. Консультации будут предоставлять практикующие юристы из адвокатской палаты Московской области. Потенциал у нас очень большой. Только в Щелково у нас работает 92 адвоката. В Московской области 6254. Это квалифицированные юристы, которые имеют образование, которые повышают свое образование, которые несут ответственность за свою квалификацию. Спектр деятельности совершенно разнообразный. Это и личный вопрос, и трудовые вопросы, и вопрос, касающийся административного, уголовного права, то есть весь спектр юридической деятельности. За последние два месяца в Подмосковье в офисах управляющих компаний уже введены в действие 4 бесплатных кабинета правовой помощи жителям. Юридическое консультирование на улице радиоцентра в офисе управляющей компании «Авангард Восток» будет проводиться ежемесячно по первым понедельникам с 10 часов утра. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.